Здравствуйте, люди добрые, души чистые. Вадим Карабинский на связи. Вести родовых поместий. Хотя нет, какие вести? Я же просто хотел заметку сделать, не вести. Специально для тех, кто любит мои ролики в стиле «Как же медленно думает Карабинский», сегодня рассказываю очередное свое тугодумие. Вот изба. Это второй дом. Первый дом, вот тот, в котором первые 9 лет жили. Потом, вот сейчас он является кабинетом, я там видео записываю. Жена иногда уроки английского ведет через интернет. Вот. В общем, переехали сюда. Второй этаж, он предполагается тоже жилым, но он сейчас не нужен. Как бы ждем достаточного количества детей, которые нас уже выдавят на второй этаж. И вот этот второй этаж недоделанный, он простаивал и не год, и не два, и не три, и мне кажется, даже не пять, а больше. И только этой зимой я додумался перенести туда мастерскую хоть какую-то, ну там как просторно, очень светло, места много. Не то чтобы не тепло, конечно, хотя когда солнышком пригревает, тепло, но хотя бы от ветра защищено, это вот важно. Все инструменты можно разложить, положить. Ну, это ни в коем разе не является образовательным видео, просто вот для тех, кому нравится смотреть сериал, как Карабинский в очередной раз до чего-то додумался, о чем нужно было додуматься, можно было еще там много лет назад. Давайте заглянем наверх. Заход пока вот через лестницу, снаружи, изнутри люк есть, но я его не использую для того, чтобы, в общем, дитё за мной не лазило туда. А по наружной лестнице пока не заходит. В общем, это такое уединенное мужское пространство. Потолок утеплен опилками. По-прежнему мне эта идея нравится. Ну, опилок надо побольше. Я думаю, здесь сейчас где-то вообще 10 сантиметров. Ну, где-то 20 сантиметров. Надо везде сделать 20 и сделать плотненько. А поверх, думаю, ЦСП постелить как основу для какого-нибудь будущего пола, еще не знаю из какого материала, но ЦСП схватит это в единое целое, ну он будет такой, ну чтобы прям, ну как почти как плита бетонная, ровненько, ничего не трясется, вибрации не передаются, хотя и сейчас я когда здесь какие-нибудь инструменты включаю, жена говорит, что на первом этаже они не сильно мешают. Ну тут рассказывать-то не о чем, я просто хотел какой-то радостью, полным удовлетворением поделиться, что вот, наконец-то у меня есть пространство, где можно уединиться и всякими, в общем, мастерить. То есть мне здесь нравится все больше и больше. Я здесь все чаще уединяюсь, что-нибудь ковыряю, что-нибудь приделываю. Что-то за что-то мелкое можно браться. Вот я говорю, инструмент можно развесить. Это очень удобно, что он не замочится, не заржавеет, ничего с ним не случится. Вот, в общем-то, и все, и весь разговор. Со всем все, быть добру.